Прилет Роя. Все в пчелах. Только садятся не на тот улей. На этот должны. Там уже семья есть. Только что было пусто. Ну, думаю, разберутся. Пчелы везде. Сначала думал, что слет. Но они не улетают, они наоборот прилетели. Вот этот вот улей стоял пустой. Походу им понравилось. Вот ловушечка сверху. Ну не знаю, на какую они клюнули. Сейчас разберутся потихонечку. Главное не топтаться по ним. Все пчелы. Села на очки. Ах, простите за тряску. Меня пчелы атакуют. Весь пчелы. Вернее, они не атакуют, когда роятся. Просто садятся везде. По морде ползают. Ну, сейчас уже меньше. Вроде бы успокоилось. То вообще было облако такое ужасное. Сидят везде вот на машинах. Вот они. Чёрт-те, что творится. Ну вот, постепенно устаканиваются. Правда, здесь куча. Я не знаю, сколько раёв вообще прилетело. Два. Один. Что-то кинулись на этот улей. На не свой. И на этот. На пустой. Посмотрим. Разберутся, может быть. Ну, смотря где матка. Хотя я тут сейчас побрызгал, чтобы они в воздухе не летали. Специальной смесью, которая пчел привлекает. Вот на этот порожек специально. Но это не слет, это прилет пчел. Это прилет. Ползают по рукам у меня. Еще клубятся. Вот так вот как-то. В траве сидят. Там надо будет подходить, смотреть, искать матку. Где она? А то большой пчел, если без маток, или большой рой без матки, матку придется искать где-то. Или делиться с этим. Какой-то расплод. Вот такая вот у нас тут суета. И сюда лезут. Сюда лезут. Матка, матка, ты где? Непонятно еще. Я думал, сядут на траву. Предполагал, что такое будет в этом году. В прошлом году с травы собирал. А нет, они вот какого-то хрена сюда поперлись. Там же своя матка есть. Неужели матку потеряли? Куда же мне вас столько?